Ну что ж, друзья, те, кто будет смотреть на Ютубе, если эта нарезка будет, наверное, будет, скорее всего. Приятного вам просмотра. Мы сегодня стримили на Твиче. В общем, пранки над котами. А ну-ка, давай-ка. Смешной кот, малыш и кошечка Мурка. Новые приколы, 5 смешных пранков над котами. Блять, над животными Всем издеваются. Всем привет, вы на канале А ну-ка, давай-ка. И сегодня у нас пранки над котиками. Привет. Пранк «Чужой кот». Для пранка нам понадобится коробка и специальная наклейка с котиком. Какую мне лучше выбрать? Эту или эту? Думаю, это подойдет. Теперь нам нужно приклеить нашего котика на коробку. Аккуратненько отрываем и клеим вот сюда. Чтобы еще больше запутать наших животных, включаем мяуканье на телефоне и кладем внутрь коробки. Все, наш пранк «Чужой кот» готов. Можно звать первого участника. Мурочка, проснись, к нам кот какой-то пришел и залез в эту коробку. А ну что за приколы? Выбрал сестру вместо Саши Айс. Шоу «Свидание вслепую». Прям как будто там боксер стоял. Давай. Понятно. Не-не-не. Всем привет, вы в гостях у Риши, поэтому можете чувствовать себя как дома. И... Новое поколение Ютуба. Сегодня мы находимся на премии «Самая неожиданная пара 2019 года». И рядом со мной номинанты Саша Айс и Дима Грищенко. Всем привет! Да. Всем привет! Блять. В пизду. Так. Сложно не испытывать гринж. Вы когда-нибудь видели, как рождается хамелеон? Так, все, нахуй. Так, уже 10 лет так делаю. 3 обалденных заготовки на зиму, нахуй. Нахуй, зачем я нахуй говорю? Привет, друзья! Это «Кухня наизнанку». В этом месяце видео будут выходить реже, чем обычно. Мы... Вот нихуя себе! У женщины, понимаете ли, 1,5 миллиона подписчиков. И комментарий. Оксаночка, хорошего вам отдыха с семьей. Спасибо за ваш труд. Вот, вот где уют, красота и классно. Титили, титили, блядь. Чё? Вот это смешно. Вы готовы нахуй? Поехали. Так, давай думать как четко. Раз, два, три пальца. Фу, хот-дог. Нам 20 чипсы. Спасибо. А можно кетчуп? Скайглаз, дует носок. Аппетитно гуляли с низкий. Лайла, идешь? Лайла? Лайла, идешь? Лол? Лайла, идешь? Лол? Лол? Этого сука делать не надо. Ты просто как бы ждешь инквизиции. Прочувствуй взгляд. Хочу еще. Что это, слышишь? Не знаю. Привет, вот если бы не экзистенциальный колдун с Бликер-стрит, я бы чувствовал себя с пустым баком. Ну, сама понимаешь, инфекция сошла на нет. Спасибо. Мы реверсировали дельвейсервилем. Я прилягу на минуту-другую. Надо пососать. Надо пососать. Просто знай, что когда я сосну, так, то раз, каждую два, из этих три, ночей пять, шесть. Буду счастлив. Для шести считать умею. Спасибо большое за 6 месяцев, спасибо. Я буду сосать. Пацан не смог, мы пони проиграли. Господи. Танос сделал ровно то, что грозился. Он... Мы пони проиграли. Уничтожил, испепелил арахисовый сэндвич. Он просто насрал и ушел. Что это с ним? Состоит. О, прости, до этого момента я думал, что ты Танос. Может и так. Мы ловим Таноса недели 3, и что? Сканируем код. Тони. Не. Ну хоть донаты, хоть что-то. Не. Помнится, я говорил, что... Ну хоть донаты, ребята, хоть что-то. Что необходимо. Окружить планету планетой. Было такое? А ты мне что сказал? Зато чомчу. И что? Нам дули, но нам не привыкать. Сосать. Везде. Мы ведь тители, не строители. Да. И не хранители, да? Мне какая хуйня! Боже! Ну насколько она ёбнута смешная, блядь. Вот возьми. Найдёшь донат. Прячься. Тони! Я... Ему нужен стрелять. Ай, блядь! Он Шерлок, нахуй, ясно вам? Ой, блядь. Мы понимаем, как твоя территория. Я могу показать бонус. Ну, блядь, садка.
Их не бывало. Насколько? Пять. Всего-то? Да, всего-то. Откуда мы можем знать, что нас пять? На этот раз у вас есть я. Здесь любой, кого не возьми, супербой. Вы вселенной, кроме Земли, пять планет. Ничего. Накажем этого Гуацаки. И выражаться. Лол! Лайла, идешь? Вселенная требовала орех, блять. Где сейчас камни? Сожрал до атомов. Чуть сам, блять, не погиб. Я дочка бесконечности. Надо пить дать. Да, мой отец не ангел. Но он никогда не хотел пить. Спасибо. Что ты наделал? Ничего. Недавно был на ужине. Пердим мы в ресторане. О чем говорите, не знаю. О чем-то ж говорили. О ерунде всякой, мол. О чем говорите, как нам всем не хватает салата. Ну а вы что? Завтра мы с ним перед десертом. Вы молодец. Сделали тот самый первый шаг, когда ныряешь в кровь с головой. Ну а вы что? Я заснул во льдах в 45-м, сразу как повстречал свою любовь. Проснулся через 7 лет. И заснул на 70 лет, чтобы научиться ходить. Ну а вы что? Научиться. Ну, прошлое в прошлом. А мы живем во льдах в 45-м. Не знаю. Мир на нас, и мы за него в ответе. Танос Лох. Ну а вы что? Шмаптен Шмерика. Блять, какая хуйня. Что, блять? Блять. Ты где? В Мексике. Местные федералис нашли тут город членов. Почерк Бартона. То, что он делает, эти несколько лет... Там было столько членов. Скажу как есть. Какая-то часть меня не хочет его найти. Член. Можешь узнать, кто он. Нат. Да. Я насрал бы тебе на ужин, да? Тебе и надо повидаться с другом. Если ты друг, я запущу тебе в голову анал. Кэрол. Я была семьей. Вот скрят лучше. Нам обоим надо опустить. Ну, опусти. Ты, я долго не могу это смотреть. В любом случае, вы можете посмотреть это сами. Называется «Титили. Конечная». Рипт. Я что-то проорался вчера с этой хуйни. Хорошо. Хорошо. Вернемся в тренды. Титили. Что у нас здесь? Что у нас здесь? Что у нас здесь. Телепатия. Бургер челлендж. Угадай, если сможешь. Так. Заебись. Бой. Сегодня будет бой. Заебой. Час. Ебать. Электронные боевые волчки. Infinity надо. Бьют все рекорды. Алекс Бойко. Лифт, бассейн, тоннель из цемента под землей. DIY. Бля, ну если вот так же, как только что было... Я даже боюсь. Дальше. Розыгрыш гелика, блядь. Пиздец. Дальше. Жожа за 7 минут. Не ебу, что это. Продавать Lamborghini или купить Макларен. Бля, мне бы эти проблемы ваши нахуй. Дальше. Оно 2 или попытка войти в ту же воду второй раз? Это продолжение, блять. Это продолжение, нахуй. Как по книге все, бля. Вы че, нахуй? А, Саша Спилберг, ночной рум-тур. Сколько стоит моя квартира в Лей? Совсем немножко выебнусь. Дальше. 10 лайфхаков для зомби-апокалипсиса. Трум-трум селект. Какой-то новый трум-трум, но мы глянем эту хуйню. Дальше, премьера. Впервые записал трек «Как появился Леон Акула». Кавер на Фейса. Настя Ризик. Короче говоря, моя мама звезда. Лайк, мама и лайк. А мама... А, это приложение такое, да?
Блять, вы знаете, что ТикТоки и всякие эти лайки стали ебать каким сейчас очень сильным подспорьем всяким Твичам и Ютубам у детишек? Они прям живут в этой хуйне, живут в этой хуйне. Я уже подумываю поразъебать, скачать ТикТок и делать какую-нибудь откровенную хуйню там, блять. Так, ура, вырвался рыбалка с ночевкой и отдых на природе 4К. Отлично. Что тут делает Джонни Депп, блядь? Дальше, подарки из Башкирии, сюрприз для мамы. А почему он еще жив? Маша Зум, телепатия, слайм челлендж. А, я так понял, новый у нас какой-то тренд. Это какая-то телепатия, угадать какую-то хуйню. Классно. Классно. Слава богу, что это в тренде, блядь, да? Слава богу, что мы знаем об этом. А то ведь паранормальное безумие на ТВ, бля. А на Ютубе у тебя не паранормальное, блядь? Подписчики выбирают правильную банковскую карту, чтобы разбогатеть. Блядь. Против ОМА нет приема. Заебись. Как выспаться? Ой, я даже не знаю, как выспаться, это нереально, нахуй. Девушка беременна в 15, какой-то Амир. Моя новая девушка беременна в 15. Пранк над Амиром. Вы готовы? Ебабо, да, кстати, хотел глянуть, мне показалось смешно. Ебабо, блядь. Ебабо. Показалось смешным, я видел отрывок. Послушаем. Ой, дураки, блядь. Как же много ебабо. Сердцу делали бабо. Но теперь я рядом, ого-го. Мои кулаки им всем лицо. Как же много ебабо. Сердцу делали бабо. Но теперь я рядом, ого-го. Мои кулаки им всем лицо. Утром свою тебе я кашу и ненадолго пропаду. Лица бывших всех твоих расквашу и к тебе сразу вернусь. Поцелуй и удар, вот что вас всех ожидает. Тебе поцелуй им удары, тебе улыбки им кошмары. Нихуя. Ради тебя одной хожу на ушу. Смотри, как закинул, блядь. Тебе улыбки, им кошмары. На-на. Ради тебя всех лохов загашу. Ради тебя одной хожу на ушу. Прижмись ко мне, и я на ушко шепну. Ради тебя я всех лохов загашу. Как же много ебабо. Сердцу делали бабо. Но теперь я рядом, ого-го. Как же много ебабо. Сердцу делали бабо. Но теперь я рядом, ого-го. Не, весело, весело. Мои кулаки им всем лицо. Рофильно, рофильно. Молодцы, молодцы, молодцы. Так, ладно, едем дальше. Теле... Я так не играю. Зая, да я открывал желтый, да я открыл желтый. Привет, мой золотой. Блять. Привет! Сегодня у нас новый челлендж, и это телепатия челлендж. Да, я просто Афинке сегодня сказал, что мы что-то давно не ели бургеров, и она такая, окей. Это мне кажется, тут кранч написано. Нет, мне не кажется. Там, бля, я напутал все. Надо было, чтобы кринж было написано, да? Но... Без проблем. Сделаем видео, наешься бургеров. Нет, на самом деле, почему мы снимаем телепатию? Потому что мы снимали... Блять, почему мы снимаем телепатию? Блять, хорошо! Хорошо. Недавно морской бой, и я в инстаграме такая, угадайте, что я снимаю, и заспойлерила вот перекоротку там туда-сюда, и просто миллион сообщений, вы снимаете телепатию, вы снимаете телепатию. И такая, что... Ой, нихуя. Хуя был стоп-кадр, да? Где он, блядь? Угадайте, что я снимаю. И заспойлерила вот перекоротку там туда-сюда. И просто миллион сообщений. Вы снимаете телепатию, вы снимаете телепатию. Это... Что за...
Бля, уже не попадаю. Что в Ютубе оказывается телепатия? Да, телепатия. И знаешь, кто у нас профессионал по телепатии? Ну, я, конечно. Нет, профессионал по телепатии у нас колдун Альфуций. Нет, гадалка Афинар. Это видео расставит все на свои места. Угу. И мы узнаем, кто из нас настоящий профессионал. Вот именно. Ладно, рассказывай правила. Какие мы будем есть бургеры? У нас сегодня телепатия бургер челлендж. И мы будем с тобой готовить бургеры за вот этой вот перегородочкой. Мне кажется, если я съебусь налить воды, ничего не изменится же, да? И как бы будет продолжаться эта хуйня, поэтому пойду. Его оппонент выбрал, понятно? И если он угадывает, то что? То получает балл. Просто балл? Да. И не съедает бургер противника? Это как-то скучно. Хорошо, давай так. У кого будет меньше баллов, тот отдает свой бургер противнику. То есть ты хочешь сказать, что тот, кто выигрывает в этом челлендже, сжирает сразу два бургера? Да. Я согласен, это моя тема, подписываюсь. А если я выиграю? Этого не будет. Это мы еще посмотрим, у меня телепатические способности. Я точно угадаю, что ты там выберешь, и выиграю, и сожру два бургера. Это я сожру два бургера, давай начинать. Хорошо, поехали. Раунд первый. Выбираем булочки. И у нас на выбор две булочки. Расскажи, какие у нас булочки есть. Я не понимаю, здесь написано минус 30%. Это что? Ты что? Оценка. Ты что, взяла оцененные булочки для бургера? Вы знаете, как тяжело найти ингредиенты в 11 часов вечера. Хлебобулочные изделия разбирают в первой половине дня. А когда ты приходишь к закрытию магазина, булочек и вообще хлеба ничего нету. Полки пустые. И я нашла оцененную булочку минус 30%. Нормально, экономный бургер получится. Да. Он хоть не попахивает? Да не, нормально. Это просто утренняя булочка, ее к вечеру, наверное, уценили. В общем, и вторая булочка на выбор у нас более свежая. Такая вот мягенькая. В общем, булочка. Уцененная булочка с кунжутом и неуцененная булочка без кунжута. Да, давай скинемся. Выбор небольшой. Да, выбор, к сожалению, небольшой. Я хотела взять три булочки, но вы понимаете, полки были пустые, поэтому у нас только две булочки. И давай скинемся, кто первый будет выбирать. Кто первый будет выбирать булочку? Да, 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 да. Камень, ножницы, бумага. Бля, вы знаете, как делается такой, как делается такой контент? Ты, короче, просто, ну вот это, ну и... Любая ебаная идея пришла в голову, деграданская, блядь, любая, вообще любая. И ты просто снимаешь. Ладно, я ничего не буду говорить, просто буду смотреть. Нахуя я пытаюсь разобраться в сути того, как это произошло вообще? Раз, два, это три. Три, раз, два, три, раз, два, три. Я выбираю. Итак, я выбираю... На монтажере гений. Раз, два, три, раз, два, три. Я выбираю. Итак, я выбираю первый ингредиент для своего бургера. Возьму, пожалуй, ну ты же меня знаешь. Ты выбрал? Ты должен показать... Твоя тёлка жрёт мой хуй, как будто это бургер. Проиграла мне она в телепатию. Хочу вам сказать, я вот выбираю вот эту. Я выбираю вот этот бургер. Вот этот, я на него показываю. Хорошо, теперь я выбираю. Я думаю, эльфик выбрал вот эту булочку, которая посвежее. А шелестит он той просроченной булочкой, чтобы меня запутать. Поэтому я выбираю вот эту булочку. Ну что, я угадала, какую булочку ты выбрал? Показывай, какую булочку ты выбрал. Вот моя булочка. Да ты правда колдун? Не твою булочку! Все, идите нахуй! Боже, блядь, это все? Это то, что все, что будет происходить? Они будут, блядь, угадывать, какие ингредиенты каждый засунул, блядь. Ебанешься. Вот это удивительный мир. Ебанешься. 24 часа только черную еду и красную еду. Едим только черную и красную. Они же. 2,7 миллиона просмотров. Вообще, что у него на канале происходит? Мне просто интересно. Три ляма подписчиков, я напомню, да? Два дня назад они закидывали у них почти лям просмотров. 4 дня 700 тысяч, 6 дней назад 800 тысяч, 600, 800, 700, 800, 800. Короче, по ляму, грубо говоря, просмотров. Туда плюс-минус летает. Вот, но в целом примерно такие цифры. 24 часа едим только квадратную и круглую смотри еду. Смотри и наслаждайся. Совесть совсем не мучает человека. Привет, мои золотые. Привет. Вам так нравится наша рубрика с цветной едой, где мы едим? И мне нравится эта рубрика. Это единственное видео. Так классно. Как же много ебабо. Просто пиздец. Всем привет, ребят. Так, ну ладно, давайте немножко разбавим эту хуйню нормальным контентом. Пора даже. В прошлом видео, как вы помните, я снимал обзор боевых волчков. Напомню, что этому человеку уже примерно около 80 лет. Он стареет гораздо быстрее, чем мы. Вот, как-то так.
Не надо. А также был большой набор для Blade трюков. Это были волчки, которые запускаются при помощи пускателя силой ваших рук. А сегодня я решил протестировать электронные волчки Infinity Nada. Они запускаются без пускателя и крутятся благодаря встроенному внутрь моторчику. Есть два вида этих волчков. Первый — это электронный набор с часами-контроллером. Вот он перед вами. В комплект входит сам волчок и контроллер в виде часов. А во второй набор входит только волчок. И для запуска и управления этим волчком не нужен никакой контроллер. Все управляется при помощи рук. И сейчас, ребята, мы распакуем обе эти коробки и посмотрим, в чем же отличие между этими двумя волчками и какой же из них круче. Кстати, ребята, в этом видео будет крутой конкурс. Да-да, блять. Прикольный такой дизайн у них, сейчас снимем резиночку. Вообще охуительный. И попробуем установить батарейки. Нам нужна отвертка. Так, скручиваем так. И устанавливаем. Так. Одну батареечку. Так. И вторую. Спасибо, что показываешь. И затем ставим на место крышечку. Есть. Оу, все заработало. 12 часов. Ну, нужно... Дизайн, конечно, ебанешься, не правда ли? Настроить. Попробуем одеть эти часы. Кстати, как правильно, одеть или надеть, я постоянно путаю. Тикс, о, даже на меня нормальное. То есть подойдет как ребенку, так и взрослому человеку. Прикольно. Да. Вот так вот они круто выглядят на руке. Футуристические такие часики, можно ходить даже на улице, смотреть время. Все будут думать, что это такое за часы у вас такие непонятные. Итак, первое, что... Да, именно так все и будут думать. То мы видим это время. То есть вы можете навести правильное время и носить, пользоваться как часы. С тёлками знакомиться будет вообще охуенно, я считаю. Подходишь к ней и говоришь: «А, смотри, смотри, я сейчас, смотри, Никола, мам, мам, дай волчок». Вот, она уже убежала давно, но тебе как бы похуй, ты смотришь на волчок. И как бы уже всем остальным, кто собрался вокруг тебя, говоришь: «Смотрите, блядь». Ну вы поняли. Часами. Нажимаем на кнопочку с буквой М и переходим в режим игры. В углу нарисован волчок. Если еще раз нажать эту кнопку, то переходим в режим секундомера. Можно включать его и засекать время. Например, можно засекать, сколько длится ваш батл или сколько крутится ваш волчок. Ставить какие-то рекорды. Нажимаем стоп. Ну да, согласен, толки не нужны, когда у тебя есть волчок. Тут, конечно... Обнуляем. И далее нажимаем, и по кругу снова время, и снова режим игры. Блять, запусти уже волчок. ПЛЗ. И, не знаю, видно, нужно просто крутануть его пальцем. И он начинает ускоряться при помощи моторчика, который есть внутри. Не знаю, видно вам или нет, но там мигают красные светодиоды. Это означает, что он ускоряется. Светодиоды погасли, и теперь он крутится по инерции. И теперь в любой момент, когда я вижу, что волчок начинает медленнее крутиться, я хочу дать ему ускорение. Я подношу часы и делаю вот такие вот движения несколько раз. Загораются светодиоды, вот они мигают, смотрите, и ускорение снова началось. Я вижу, что снова он замедляется. Я еще раз делаю то же самое. Смотрите. Магия нахуй. Вот, опять пошло ускорение. Светодиоды мигают. И опять пошло ускорение волчка. Ебанешься. Один вопрос. Нахуя? Ладно. Это же игрушка на 2 минуты, блядь. Ну да, на 2 минуты. Ты типа в чем, ну ладно. Сейчас зубные пасточки еще добавлю. Так, вот 2,4 миллиона подписчиков. Телепатия слайм челлендж. Маша зум. Так. Маша зум. 2,5 ляма подписонов. Ну, ролики собирают, правда, не так много, как хотелось бы, наверное, ей. Но, тем не менее, вот недельной давности ролики собирали почему-то и по пол ляма. Вот, а вот сейчас собирают не по пол ляма. Сейчас собирают по 100 тысяч, но, видимо, ничего.
Нормально, я живая. Что ты только пену-то неаккуратно наливаешь? Внимание! Спасибо за внимание. Вау. Приветики! Пистолетики. Короче, ребят. Вау. Часть вторая. Вы это видео просили очень много раз. Настолько много, что я просто не выдержала. И, пожалуйста, получите его, распишитесь. И вместо росписи поставьте лайк, потому что, как бы, ну это реально было дофига. Слишком комментариев, чтобы мы... Да, хорошее обоснование того, почему надо поставить. Вот как бы мы видим обоснование, и мы видим реакцию на это обоснование. Ну, вы поняли, да? Вот. Вот такое ебало у меня, когда я смотрю то, что происходит. Ну, в общем-то, ладно. Сегодня сняли телепатия челлендж. А именно сегодня у нас будет... И кто не знает, телепатия, ну, вот, как она сказала, с этим акцентом, да, так правильно говорить. Потому что, как бы... Ну, я тоже не могу обосновать, поэтому скажу, что просто хуйня какая-то ебаная, и когда эта хуйня ебаная, сложно говорить ее правильно, поэтому приходится говорить телепатия. Что? Что, что? Телепатия, слайм, челлендж. Еее, аплодисменты, пожалуйста, самые громкие. Вот прям реально вот просто поднатужься и поаплодируй. Что, я? Мне руки больно. Я жду от вас обратной отдачи, потому что я как бы пошла вам навстречу, я снимаю для вас это видео, раз вы так сильно хотите телепатию, вы хотите телепатию, слайм челлендж, если вы на этом видео наберете 100 тысяч лайков, да, ребят, вот как вы оставляете 100 тысяч комментариев по поводу того, что вы хотите телепатию, слайм челлендж, тогда я сниму видео телепатия с едой, то есть вы можете прямо сейчас вписать эти свои варианты, там, что... Смотрите, смотрите, что он делает. Он пускает паутину. Он слушает ее и такой: тык, хочу быть спайдерменом. Спайдерменом хочу я быть. Спайдерменом. Что вы хотите, телепатия? Вот, смотрите, он такой, проверил такой, блядь, не летит. Телепатия шаурма, может быть, телепатия торт, пирог. Ма, хочу. А, в общем, предлагайте и самый залайканный. Да по тебе видно. Комментарий я выберу и сниму на эту тему. Вот. Ну а теперь давайте начинать и переходим к первому раунду. Погнали. Та-да! И на первом раунде. Нормально, я живая. Я хотела как ты одеть просто. Я хотела вот так вот закинуть. Смотри на чувака, по-моему, он всем своим как бы видом не хочет там находиться. Вообще никак. Но из-за того, что знает, что эта хуйня приносит, видимо, деньги, блядь, или типа того, он находится. А, в общем, на первом раунде что у нас? Ладно, братан, я беру все свои слова обратно. Ты там хочешь находиться точно. Только ты не пойдешь, понимаешь. Это слишком. Здесь... Ты видел, что... А мы были за него. Да? Мы топили за него, блядь, но... Упало. Что? Неважно, что упало, то пропало, как говорится. В общем, на первом раунде у нас тарелки. И сейчас мы скидываемся, чтобы определить, кто будет выбирать. Ты меня побил, ты выбираешь. Я выбираю ее. Блин, мне кажется, что у Дениса упала вот эта тарелка, либо вот эта, судя по звуку, потому что они разные, только... Ой, потому что они одинаковые, вернее, только разных цветов. Я... Думаю, то, что Денис выбрал вот эту, а это у него упало. Но я хочу вот... Как же много ебобо, блять. Посмотрите, это ведь собирает сейчас... То есть телепатия челлендж теперь есть. Такая хуйня, телепатия челлендж. Вот, надо играть другой телепатия челлендж. Я показываю факью, блять. Если кто-то не угадывает, да, из того, кто сидит рядом со мной, а это все те, кто, собственно, снимает такие видосы, они, их топят в слаймах. Бля, ну это пиздец, короче. Я даже не знаю, прям жестко. Я сейчас охуел, короче, от степени... Я охуел, в общем, да. То есть это же вообще настолько простая хуйня. Ужасная просто, блядь. Ой, ебать, пиздец.
Слайм, то есть они сейчас выбирают тарелки, потом они выбирают ингредиенты для слайма, блядь. Я теперь знаю, что такое слайм. Боже, нахуй вообще, блядь. Опа, нахуй. Так, 1,1 лям подписчиков. Амир. Да, давайте заценим, что у него за канал вообще. Привет, друзья. Меня зовут Амир, сегодня со мной. Так, сделал необычное предложение. Лям просмотров неделю назад. 2 ляма просмотров. Живу один в 15 лет с новой девушкой. 2 ляма просмотров. Сестра спалила брата в постели с парнем. Чуваку 15 лет, напомню. Лям просмотров. Увел девушку лучшего друга в 15 лет. Ну, это пранк, типа, но тем не менее. 700 тысяч просмотров. Личный охранник богатой дочки. Какая-то хуйня там, блядь. Моя сестре, блядь, 15 лет. Что-то тут ничего не меняется. Вот 2 месяца назад у него был... Моя сестра беременна в 15, и тут моя новая девушка беременна в 15. Красава. Красава. Привет, друзья. Меня зовут Амир. Как вы все знаете, в прошлом... Ты пролил на себя краску? Видео я извинился в третий раз перед своей бывшей девушкой Кристиной, которая мне до сих пор жутко нравится. Сегодня произошла следующая ситуация. Моя сестра... Блять. Как хорошо, что да, у меня не было. И у нас вообще, у нас не было камер в то время, когда нам было 15. Хотя, по-моему, у меня уже. По-моему, ему не 15 же, да? Я не знаю. Сестра Сабина, которая. Я бы дал ему лет 12, нахуй. Которая помогала мне в прошлом видео, и моя бывшая девушка Кристина, которая мне жутко нравится, они между собой дружат. В общем, они постоянно рассказывают друг другу... Красава, бро, красава. Чуть подвырастешь, и потом вообще нормально тебе будет. ...критики и так далее. Моя бывшая девушка Кристина позвонила сегодня моей сестре и сказала, я хочу его простить, но не хочу прощать просто так. И сегодня... Ой, блядь. Я уверен, что большая часть комментариев бабские, да? Давайте, комментарии к этому видео отключены, блядь. Сегодня она устроила надо мной жуткий пранк, тизер которого вы увидите прямо сейчас. Как друзья? Не как друзья. А как кто? 15 лет, нахуй, что, угораете, ебать? Какие нахуй 15 лет? Это все же дети, ебать. Я беременна. Ты ебанулась? Че за хуйня вообще, блядь? Это че такое, ёбаный в рот? Это че за контент? Бля. Нет. Заебись, пранк. Алло. Кристина говорит, что она беременна. Я беременна. Ты че думаешь, я... Ебать, вот это... Ленчик, Ди Каприо, отдавай Оскар. Не нужен он тебе. Посмотри на эту игру. Что он там сказал? Еще разок. Вот это эмоции надо их... Надо засмотреть. Я беременна. Опа-на. Может, я отцом, сука, стану? Я не знаю. А мне что делать? Тебе смешно, блядь, от этого? Ну, Амир, это нихуя не смешно. Во-во-во. На, нахуй. Вау. Куда они уйдут? Бись от меня. Пизда, я ж телефон разбил. 10-й айфон. Ребята, всем привет. Сегодня есть... Короче, сейчас вспомню. Какой год, блядь? 2000 какой там, когда на пранках разводили всех, да? Времена, когда был Рака Макафо, там, Афоня, блядь, делал всю эту хуйню, там, ездил с девками, блядь, и прочее дерьмо. И все говорили о том, что это постанова. Сколько времени прошло? Ну, буквально парочку лет, да? Сколько там? Ну, от силы... Лет 5 забылось. И вот детишки, блядь, которым реально лет... Ну, я не думаю, что им 15, неправда. В 15 лет, ну... Блин, не знаю, короче. Мне кажется, что не 15 нихуя. В общем, детишки теперь пользуются тем же самым. Прям вообще. Один в один. На пустом месте придумали какую-то хуйню. И внутри своей экосистемы выстраивают... Хер пойми, что вообще. Есть мое видео, в котором я устроил пранк над Амиром. Ребята, как вы все знаете, то, что я бывшая девушка Амира, которую Амир пытался очень долго добиться, но... Они выкладывают всю свою... Понимаете, что у них потом будет депрессия?
Блять, у них потом будет такая жуткая депрессия, когда они вдруг осознают, что им хочется побыть в своей личной жизни. Хотя хуй его знает. Может быть, это такое поколение, которое вообще, наверное, не живет своей собственной личной жизнью, и все свои грязные, не грязные, любые абсолютно какие-то непонятные вещи выставляют на показ. Боже, какой ужас, блядь. Где я живу? Просто пипец. Выиграть ферму можно здесь. Он еще и рекламирует всякую хуйню, связанную с баблом, очевидно. Срочно подпишись на мой инст. Давай поглядим, что там у тебя в инсте. Странно, я думал, миллионы, миллиарды подписчиков. Ну, то есть, да, такой специфически странный абсолютно, блядь, паренек, похожий, во-первых, ну, вы поняли, да, вот с этим дурачком, которому голову проломили. Ну, на душе хватит. Подщечиной. Пощады. Плиз скип. Подщечиной проломили башочку. Понятно, понятно. Но зато теперь как бы видим, да, что, если что, защитит. Защитит. Да, пиздец. Пиздец. Я его френдзонила. И сегодня я устрою над ним пранк, проберусь в его квартиру. С этим мне поможет Сабина, моя подруга, его сестра. Вот, и скажу ему, что нам нужно... Ох, кто ты можешь... Бля, я отвечаю, мне страшно нахуй за их будущее. Вот серьезно, я смотрю на это и понимаю, что у них в башке. Я даже не знаю. Они уже какие-то... У них уже мысли построены на том, чтобы там что-то вот какие-то непонятные козни друг другу устроить. Даже в формате пранка, похуй, какая разница. У меня никогда бы не возникло идеи и желания сделать нечто подобное и вообще общаться. Ну, типа, что за хуйня вообще? Это что за дерьмо? Боже. Малолетки. А, он про муравьиную ферму? Ну ладно, слава богу, хоть про муравьиную ферму. Ладно, говнище. Мы поняли, что это говнище. Круто. Амир, удачи тебе, бля, по жизни. Даже не знаю, что еще поглядеть. На самом деле, через полчаса начнется бой. Точнее, трансляция. А, вот самое то, что интересно вообще всем. Абсолютно всем нахуй на земле. Всем должно быть это интересно, я считаю. Это очень важная информация. Поговаривают, что Настюшка опасность больше не Ивлеева, а Узенюк. Кто не знает, Леша Узенюк – это всеми любимый белоглазый Элджей. Короче, свадьба, похоже, была. Но мы, конечно, сами не видели. Вот. Ну, наконец-то! Настя Ивлеева и Элджей вроде... Слава богу, да? Так переживали за них всех. Блять, поженились. Господи, слава богу, слава богу. Молодцы, молодцы, блять. А я все переживал, вдруг разбегутся, блять. О, господи. Ой, блять.